Данстар 4-го заезда. Приз в честь праздника Яблонево Спас. Бег повела Кефара Газ. На втором месте Nissan. Далее Формула. Формула выходит на первое место. Далее Кефара Газ, Nissan, Конус, Лепесток. И замыкает Леди Эггетс, обег которого повела Формула 6 номер под управлением мастера-наездника Дмитрия Кочетулина. Проходит левый поворот, подходит к отметке первой четверти дистанции. Первая четверть дистанции пройдена за 31,5 секунды. Бег ведет 6 номер Формула. На второе место вышел Конус под управлением наездника второй категории Анастасии Секисовой. Далее Nissan, Кефара Газ, Лепесток и замыкает Леди Эггетс. Обег ведет Формула. За 31,6 секунды пройдена вторая четверть дистанции, бег которого ведет Формула. На втором месте Конус, далее Nissan, Кефара Газ, Лепесток и замыкает Леди Эггетс. Но противоположный прямой бег идет без перемен. По-прежнему впереди Формула, проходит отметку третьей четверти дистанции. За 30,9 пройдена третья четверть дистанции. Формула выходит на финишную прямую 4-го заезда. Оторвана выигрывает 4-й заезд, приз в честь праздника Яблоневый Спас. Гнедая кобыла Формула под управлением мастера-наездника Дмитрия Кочетулина. Борьба за второе место Nissan и Конус. Далее финиширует Кефара Газ, Лепесток и Леди Эггетс.